Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Money Brotherhood. Сегодня у нас новый ролик по проекту Sentinel. Это, ребята, блокчейн проект. Он находится на сети Космос. Сейчас редко встретишь криптовалюты, я думаю, на сети Космоса, который делает разборы. И это как раз-таки привлекает инвестирование, а также развитие Sentinel, потому что сеть Космос развивается, и проекты, которые хорошо там построены, тоже. Sentinel — это сеть независимых приложений DVPN. В отличие от обычных VPN, у Sentinel есть, конечно же, свои преимущества. Скорость будет их больше, и они не требуют каких-то там данных и так далее. То есть это блокчейн VPN. Вот, то есть вы можете ним пользоваться также. Как минимум, Sentinel вы можете зарабатывать, делая стейкинг, ставку на токен DVPN с одним или несколькими надежными валидаторами Sentinel. Ну, там сейчас примерно 61% годовых. Я думаю, это довольно хорошая сумма, даже очень привлекательно. Особенно если Sentinel сам будет развиваться, токен будет расти, допустим, вы получили 61% годовых, и плюс токен вырос в два раза. При этом общая сумма выходит 160% за год. Ну, очень достойно, короче. Я считаю, а почему я считаю, что токен будет расти? Потому что проект, естественно, не стоит на месте. Вот так выглядит майнинг полосы пропускания у них. Фреймворк Sentinel DVPN снижает углеродный след. Вот они дают дата-центр с Unized Bandwidth. По Wi-Fi исправляют много чего. То есть можете пользоваться дома VPN через Wi-Fi сеть. То есть, ну, домашнюю сеть, короче. Velocity DVPN предоставляют они и остальные. Вот у них есть Sentinel DAB, да, то есть у приложения есть открытый исходный код, код, стоящий за Sentinel DVPN, который легко доступен для общественности в профиле Sentinel GitHub. На странице GitHub, то есть вы можете легко ознакомиться с данным кодом и разобрать его. Зашифрованный, устойчивый к цензуре без разрешений, глобальная конкуренция узлов у них есть. И Sentinel как раз децентрализирует индустрию VPN. У них есть серверная часть VPN, где они вот себя уже развивают. И интерфейс VPN, который как раз таки с открытым исходным кодом позволяет организациям, частным лицам легко создавать приложения на основе архитектуры микросервисов Sentinel. Сейчас, ребята, Sentinel торгуется уже, можно сказать, на многих биржах очень хороших. Вот, ребята, Sentinel на сети Космос, они здесь так и пишут, что экосистема Sentinel одна из первых сетей, построенных на Космос с начала 2018 года. Почему Sentinel построена на Космос SDK? Потому что у них идет здесь масштабируемость. Космос допускает бесконечное горизонтальное масштабирование, что приводит к незначительным комиссиям за транзакции. Они создают энергоэффективную среду, управляемый депо, используя консенсус Dentermint BFT. Совместимость у них идет, позволяет приложениям DVPN, созданным на Sentinel, принимать платежи в различных стейблкоинах, цифровых валютах и так далее. И управление сетью Sentinel будет намного проще, конечно же, там. Вот у них идет хронология часового, платежи устойчивы к цензуре биткоинов, частные транзакции Monero у них, программируемые смарт-контракты фирм, совместимость блокчейн и мгновенные транзакции Космос и, естественно, транзакции на основе самих Sentinel. Токен DVPN, вы можете ним проводить голосование, платеж через DVPN и, естественно, стейкинг, награды. Кстати, награды вы более подробно можете изучить на этой странице, Staking Rewards. Вот здесь вы можете увидеть пул тогда награды и посмотреть на графики самого Sentinel и суммы наград. И сейчас, ребята, как я сказал, торгуются Sentinel на многих биржах. Это одна из бирж AskIndex, MKC, Osmosis и Emrys. Вот такой у нас вышел первый ролик по проекту Sentinel. Совсем скоро я выпущу второй. Ну а пока поставьте лайк, напишите комментарий, как вам проект этот Sentinel, что вы думаете о нем. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.